Уже завтра вечером Мурат Гассиев постарается укрепить позиции в тяжелом дивизионе. Российский боксер проведет свой второй поединок в этой весовой категории и встретится с немецким боксером Михаэлем Валлишем. Дата схватки выбрана не случайно. 22 июля отмечается Международный день бокса, а очередное выступление бывшего чемпиона мира приурочено именно к этому событию. Мы проделали большую работу с моим тренером Слановым Виталием Константиновичем дома. Вот, и потом мы тренировались в Кисловодске. Спарринговали. Была хорошая работа, и я надеюсь, результат будет положительным 22 числа. До боя всего один день. Тяжелые и изнурительные тренировки позади. Осталось выйти на ринг и сделать это так красиво и эффектно, как умеет Гассиев. По словам Мурата, если бой пройдет без травм, то в этом году планируется провести еще один бой. Очень много мы преодолели разных недопониманий, разных мелких проблемок. Сейчас, слава богу, все хорошо. И опять же повторюсь, спасибо всем, кто дал мне возможность выйти на ринг и проявить себя. Я эту возможность постараюсь на 100% использовать и в дальнейшем как можно чаще выходить на ринг и постараться и сделать все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень и, если получится, дойти до чемпионских боев. Я стараюсь думать только о тренировках и о предстоящем бое. Делаю свою работу, боксирую, стараюсь всегда побеждать, говорит Мурат. На вопрос, что является мотивацией для него, Мурат ответил, что самой огромной силой для него является поддержка болельщиков. И завтра вся Южная Осетия будет болеть за него. Телеканал РЕН-ТВ проведет прямую трансляцию поединка Гассиев-Валлиш в 23:00. Оксана Джоева, Вера Схавребова, КТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.